Только что автобус подрезала машина. Вот там стоит, простите, Кристалс. Подрезала прямо на светофоре в момент, когда автобус поворачивал. Пострадавших вроде бы нету. Вот. Мужчина в белых штанах, водитель джипа. И водитель в черном, в белой рубашке, это водитель автобуса. Вроде пострадавших нету, снесли знак пешеходного перехода. Автобус пострадал, и вот там машина тоже. Так, вроде все целые. Что делать? Да ничего не делать. Муравью хуй приделал. Тише, не дерись только, ничего не делай. Сейчас баба! Я ведь знал, что так и будет. Я хорошо туда сюда встала. Что ты ест, блин? Он всю дорогу мне в жопу дышал. Он просто вот так вот меня, ты не замечаешь просто. Что ест-то? У чувака один дебил гонит, а другой дебил поворачивает, не глядя. Я рада, что я там не оказалась сейчас. Ну, а ты когда едешь, ты не смотришь, что да. Поворачивает? Гнать нельзя. Охренеть. Летел, блин. Он, а почему он газанул? Он обрадовался, что я свалила. Ой, у него там ребята льется, да? У него там все сейчас. Все льется. Он психовал всю дорогу, за мной ехал. Самого кругового ну, этого. Виноваты оба. Началось.
Они что, так пустоходу? Ты что, боже мой? Ты сама мне сказала. Нет, что сказала? Есть? Есть? Нет, не хорошо. Не лайки. Я вообще давно енотик. Обалдеть. Смотри, рыбёнок, ёбни в рот, а. Рыбёнок. Обалдеть. Обалдеть. Пока. Thank you.
Пожалуйста. Дай сюда. Все, ладно. Thank you.
какой-то. В связи с прогнозируемыми опасными неблагоприятными метеорологическими явлениями, Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует, находясь на улице, обходите рекламные щиты и шатки конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль вдали от деревьев слабо укрепленных конструкций, будьте внимательны и осторожны, не оставляйте детей без присмотра. В случае необходимости звоните по телефону 101 или на телефон горячей линии Главного управления МЧС России по городу Москве 637-22-22, код города Москвы 495. Просто нахер сдуло светофор. Просто нахер его сдуло.